привет! Вы на канале вместе с Дашей. Сегодня я с мамой ходила в парк. Кроме тебе, Латики, собрала вот такой вот букет осенний из листьев. Мы собрали такой осенний букет, и что, мы хотим его сохранить? Да. Да? Но если вы просто так поставить вазу, то что будет? Листики что? Повянут. Повянут. И их надо что? Подготовить. Да. Ну, показывай. Нужно взять один лист. Так. Два листа бумаги. Да. Вот. Так. Вот. Положить листик между листами бумаги. И прогладить утюгом. Включаю. Прогладить утюгом на максимальной температуре без воды, то есть без пара. Вот как Даша старается, молодец. Я вам показала, как. Дальше мне поможет мама. Да. Сейчас я помогу Даше сохранить наши листочки. Мы выбрали самые красивые из всего букета и решили их сохранить, чтобы они создавали нам настроение осеннее. Стой. Ну что, мы настроились на нужный лад и готовы проглаживать листочки. Давай, ты мне готовь. Все, складывай вот сюда листочек. Так. Давай, между листами бумаги. А я буду проглаживать раскаленный утюг. Сейчас. Я за сегодня успеваю за тобой. Хорошо, давай. Так, молодец. Осторожно. Немножечко поправим, чтобы листочек нигде не выглядывал. И проглаживаем раскаленным утюгом. Утюг очень горячий. Ко мне не подсовывать. Я не подсовываю к тебе. Тогда ты доску задаешь. Вот так, как следует, проглаживаем. А тогда занимаем. На максимальной температуре. А тогда занимаем. Без пара. А тогда занимаю я доска. Подожди, горячо. А мамина. Вот он такой ровненький, но еще не прогладился. Он еще немножко влажный. Чувствуется. Теплый? Тепленький? Даже не горячий. Проглаживаем хорошо утюгом. И у нас будут такие красивые листочки. И мы их поставим в вазочку, да? И они нас будут радовать. Такое золото осени. Хорошо, чтобы вся... Мама, Кузя пробежал. Не хочет нам помогать Кузя? Нет. Он все время подлапикает. Да. Надо хорошо, чтобы вся влага из листочка ушла. Вот, один листочек готов. Вот даже слышно. Мам, ты сейчас его сломаешь. Нет, я очень аккуратно, я просто показываю, что он шелестит уже. Так, давай, складывай другой. Привет. Этот пока сюда положим. Привет. Привет, листочек. Привет. Ну-ка, ныряй сюда. Меня зовут Листочек. Ну-ка, листочек. Привет. Меня зовут Листочек Даша. Листочек Даша. Хи-хи-хи-хи. Проглаживаем. Листочек. Это листочек так. Это листочек так? Не бойся, листочек. Мы наоборот хотим тебя сохранить. Он боится горячего. Мы его согреем. Он лежал в парке, на холоде, на сырой земле. А мы его согреем сейчас, прогреем. Осторожно, горячо. Осторожно. Так. Перевернем. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. У листочка день рождения? С днем рождения. И мы 180 лет, листочек. Ничего себе. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. Вот, проглаживаем. С днем рождения. Можно даже просто так гладить. Мой листочек тебя. О, так он еще быстрее высыхает. Да я пока.
Днем рождения вот. Тебя. Когда закрепляем, уже можно просто так его прогладить. Днем рождения, мой источник. И этот мы сейчас прогладим так. Днем рождения. Когда он еще влажный, лучше через бумагу. А когда уже... Да, да, складывай сюда. Так, и после проглаживания через бумагу, проглаживаем еще раз без бумаги уже листочек и череночек. Оп. И череночек? И череночек. Дашенька, а сколько мы выбрали листочков для нашего букета осеннего? 7. 7 штучек. А почему 7? Потому что... Ну, ты хотела 8, да, а мы сделали 7. Потому что надо всегда для букетика нечетное количество. Почему-то так принято. А сколько мы уже погладили? 3. И вот еще один на подходе. Сейчас, подожди, осторожно. Я его еще проглажу так, без бумаги. Кстати, вот таким способом можно делать и гербарий быстро. Не складывать в книги и ждать, пока листочки высохнут, а вот так вот проглаживать утюжком, и гербарий будет готов очень быстро. Ну что, последний листочек у нас готов. И теперь можно наш букет ставить в вазочку. Да, вазочка. Давай вазу. Вазочка. Будем ставить мама, наш букет. Мама, вазочка, девочка уже идет. Вазочка, девочка уже идет. Оп. И я. И меня. И меня. И тебя, конечно. И меня. О, вот такие листочки золотые у нас получились. Супер пятки Даши начинается! Ура! Кто-то видит Дашу? Где Даша? Я Дашу потеряла. Делали букет сделали, а Даша потерялась. Не вижу ее, куда-то пропала. Ку-ку! Заново. Опять будешь прятаться? Да. Ну давай. Я истик. А, Даша не прячется, она превращается в листик. Нет, это листики, это пень. А, я поняла. Все, Даша спряталась. Кто видит Дашу, пишите в комментариях, где она. И ставьте лайки. Пока-пока. Вот такой у нас получился осенний букет. Листики в нем не повянут. Не повянут. Вот такое золото осени у нас будет стоять на столе и радовать нам глаз. А ты мне скажи, тебе понравилось сушить листики так? Да. Да? Будем потом еще гербарий с тобой так делать, да? Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал вместе с Дашей. Всем пока. Пока-пока. Поец вверх. Всем пока. Эй, морячка, это кто прячется за дрожащими осенними листочками? Это я, Даша. Даша прячется. Что ты хотела показать, Дашенька? Посмотрите, какая разница между этими листочками красивыми. Так, да, ну какая разница между ними? Этот мой листочек гладкий, а этот нет, этот вот так помялся. Да, он весь помялся, но они оба красивые, правда? Да. Так что гладить или не гладить, это решать вам. Да. Да? Ну давай поближе покажу. Посмотрите, какой этот листочек ровный. Гладенький такой, да? Да. А этот нет. А этот нет. Помятый. Ну, оба красивые, мне оба нравятся. Тебе какой больше нравится? Этот? Да. Мне все вообще нравятся. Да, все нравятся. Морячка. Пока-пока. А что здесь написано? Морячка. Ты ж морячка? Одесситка и морячка? Пока-пока.
Пока-пока. Пока. Пока. Поехали.